Дорогие друзья, всем привет! Вещаю из Алании, меня зовут Никита. Сегодня будет у нас интереснейший выпуск. Сегодня я хочу с вами... Сегодня будет шок. Сегодня я покажу вам цены на продукты. Мы приехали сейчас с Колей, вон Коля. Приехали на продовольственный рынок. Он работает, получается, в обе только в понедельник, один раз в неделю. Я взял с собой вот 100 лир, специально снял с карточки. И мы сейчас посмотрим, что мы сможем купить здесь на 100 лир. Обязательно пишите, какие цены у вас на продукты. Я буду показывать, какие здесь продукты. Мне очень интересно, в России вообще какие цены на продукты. По Сочи я знаю, а вот в ваших регионах я, к сожалению, не знаю. Всем приятного просмотра. Не забывайте, пожалуйста, поставить лайки. Поехали! Итак, а он, оказывается, еще и вещевой, я вам сказал, продовольственный. Смотрите, 25 лир трико. Это что? Курс у нас на сегодня где-то 10,5 рублей за 1 лиру. В общем, будем по 10 все говорить, чтобы нам не мучиться, не умножать. Так, конечно же, полотенце Кельвин Кляйн. Томми Хилфигер. Правильно я говорю? Не знаю. А то я тот еще знаток. Так, здесь просто килограмм, наверное, вещей. 2 лиры. Да, а, 2 можно лиры. На 300 грамм взвесить. Там. Серьезно? Да, ну что? Отсыпьте мне на 200 грамм. Вот. Так, ну, вот эти нас мало интересуют товары, честно говоря. Да? Ну, это нас мало интересует. Для местных, типа. А людей, может быть, заинтересуют. 120 лир, вот, там, жилетка. Это что, 120 лир? Пуховичок? Жилетка. Носки 6 долларов, 20 пар. 20 пар 6 долларов. Это что получается 6 долларов? 6 на 6, 360 рублей, 20 пар. И вот мы заходим, друзья, на продовольственный рынок. Мне кажется, здесь с краю дорогая цена, а потом дальше проходишь подешевле. Так, ну что, перчики, 4 лиры. Так, помидоры, что-то дорогие, слушай, 7 лир. У меня товарищ по 1 лире вообще находил. Картошка, 3 лиры. Ну, 30 рублей, как у нас. Лук, 3 лиры, 30 рублей. Как у нас, наверное. Так, апельсины, 2 лиры, 20 рублей. Мандарины, 3,50. Так, гранат 60 рублей. Это любимая Женина авокадо 3 лиры, 30 рублей. По-моему, у нас оно за 100 что-то где-то стоит. Так. Мы сейчас еще можем девушек, да, наших встретить? Ну, ваших. Что, они понедельник ждут, когда еще хорошая погода. Они ждут, как никто не ждет понедельник. Ждут рынка, да? Да. Так, вот помидоры 3,50 уже. Так, орехи. Мне нужны орехи, Колян. А тут надо торговаться или... Можно. Можно? Можно пойти полностью, пройтись, потом... Ну, давай. В общем, полностью пройдемся и потом покажу, что купил. Здрасте. Так, яблочки 4 лиры, 40 рублей. 5 лир, 50 рублей. Клубничка 15 лир, 150 рублей. Супер, да, он говорит, там что-то у него. Супер эксцесс, да. Так, 15 лир клубничка. А это что такое? Редиска такая огромная? Да? Да, редиска. 3 лиры. Из нее можно неплохую сделать окрошечку с одной редиской. Так, 3 лиры.
Что касается вот этого всего, это что у нас? Так, тут что-то цен у нас нет. 25 лир. Это за килограмм? Непонятно. За килограмм? А вы все понимаете? И все по 25 лир? А, где-то 15, вообще 9, да? А скажите, помидоры за 7 лир, это же дорого? Сколько они вообще стоят? У меня товарищ за одну вообще. От сезона. А, сейчас как бы дорогие, да, цены? Да, да, сейчас дорогие. А вы что купили? Приправки? А, нет, помидорная паста, сыр. Это как сливки, но это их не сливки. Даже не сливки, а чуть-чуть другое. Что-то интересное. А сыр почем? Ноль? Непонятно. Нет, сыр там на некоторых цены написано. Форок даже есть. Так, ну вот, ребят, не знаю, сыр, какой-то странный сыр. Все, идем дальше. А где у нас Коля? Я остался один. А, вон он спереди. Впереди. Так, опять авокадо по 3 лиры. Капуста 3 лиры, 30 рублей. Шанель номер 5, конечно же. Так, что, куда идем? Туда? Да, вон, туда. Ничего себе, огромный какой. Идем. Так. 8 лир, 6 лир. Так, вот помидоры уже по 5 лир. Вот эти, кстати, хорошие помидоры. 50 рублей. В Сочи 220 рублей. Вот тут вообще все ценники, да? Это за килограмм, здрасте? Цена за килограмм, да? Так, ну вот, смотрите. Сейчас я сниму и потом вернусь за арахисом, ладно? Все, зафиксировали. А, вот что мне нужно, кстати. 15 лир получается. Это сырой, брат. Мне такое надо. Повыше 20. 20, да? По 15. Ага. Скидку, да, еще сделаем? Нет, это... А, ладно, сейчас мы вернемся. Берем. Так. Бананы. 6 лир. Это 60 рублей. Все купили. Так, так, везде. Везде русские люди. Да, я говорю, все прям. Так, перцы 10 лир, 6 лир помидоры. Ну, в общем, мы нашли за 5 лир помидоры. Женщина сказала, что сейчас как бы не сезон и цены дорогие. Я думаю, летом все это еще дешевле. Так, 3,50, мед. Типа вкусная кукуруза, горячая кукуруза. Да, вот здесь шланги от пылесоса. Мне, кстати, порвался шланг от пылесоса. Может, мне и нужен свой шланг. Итак, друзья, с полтинника у меня осталось 16.50. Получается, ну, потратил я в районе 45 лир. А, какой 40? 35 лир. Это, ну, где-то 350 рублей. 360-370 лир. Ну, где-то, да. Получается, килограмм яблок, килограмм арахиса, килограмм бананов, килограмм с небольшим апельсин и пару таких больших гранат. Вот, и все это где-то 350 рублей. Ну, причем мы еще как бы не выбирали места, где подешевле. Вот апельсины я дорого, да, купил. Через шаг уже они были дешевле. Но, в принципе, что нам удалось купить на 350 примерно где-то рублей.